эту аптечку я таскаю себе в рюкзаке в городском, когда на работу хожу. Я вот сразу вытащил ее и кинулся уже с собой в поход. У меня в этой аптечке есть стержень огнива. Сейчас я вам покажу. Так, а чем мне его нож-то, мне неохота портить. Скребыхать-то чем мне его? Придется ножом, наверное. А, можно топором. Топором не буду нож тупить. Я тут все приготовил, тут закладку сделал, в печку все. Все, дровишки. Здесь настругал стружку от коры березовой. По идее, должно все хорошо загореться. Ой, сейчас думал, аж все разлетелось. Так, сейчас розжиг. Этот топор, ой, то есть нож я не буду тупить. Сейчас я грибас закрываю дверь, я пока тут разожгу. Это неудобно, но у меня этот стержень без ручки. Еще топором еще искрол. Ай, блин, придется, наверное, ножом. Да, неудобно мне. Вот с этой стороны возьму. Поближе сюда буду делать, чтобы нож особо не тупить. Другая немножко стружки. Так, еще. О, есть контакт. Вау! Так, сейчас я здесь все поубираю. Все, посмотрим, что там грибобас сделал. Наверное, там
супер зачистка. Ну, кора, вот видели, настругать надо вот эту беленькую штучку, и она хорошо загорается. Ой, а вот что-то это не сахар случайно? Это мыло, наверное. Сахар я не взял в этот раз. Ну ладно, без сахара не умрем один раз. Мы обычно-то сахар не берем, конфеты берем. А я сгущенку там забыл, там вареную сгущенку покупал. Все, там печка уже топится, можешь идти в избу. Че, эта лопата как, нормально? Лопата отлично. Бери хорошо. Снег мягкий, а ископать отлично, Джон. И кусками снег. Все, кусками снег едят, отлично. Я смотрю, что-то маловато здесь снега, да? Угу. Что-то странно, мало нападало. Я вон таки дядя куда? Вот тут этот писсуар ты не сделал? Не, сейчас сделаю. Вот здесь у нас писсуар. Вот, кстати, тоже хорошая штучка для розжига. Для розжига, да? Да, это от этого. От Иван-чая пух. А, Иван-чая, да? Ну, в принципе, его надо искать, собирать. Проще вон, ну, кору взял, настругал. Понятно, понятно. Угу. Сейчас покушаем, да надо спать ложиться. А? Ты что, ты отвечу? Отдыхать немножко, отдохну. В избушку. Ага. Понятно. Так. Что там? Дым-то идет? Не видно. Ой, еще лыжи надо, кстати. Чуть не забыл про лыжи. Надо их же, чтобы они оттаяли. Надо будет их занести потом. Ну, в этот раз вообще хорошо катились лыжи. Так, что тут у нас? Соль. Соль, а это что-то тут уже сгнило, что ли? Что-то такое, мыло, что ли? Мыло. Вроде нормально разгорелось. Вот такой запах пошел, смолы. Тепло уже пошло. Надо будет тебе показать там видос. Мишани, супер бродяги. Он там уже себе почти полностью лачугу сделал. Кто? Мишаня, супербродяга. Опа! Там печку такую купил за 4000. Но она, правда, такая, знаешь, в палатку. А-а-а. Ну, ему надо, конечно, печку такую туда ставить будет. Понятно. Чтоб не это, ну, не заниматься ерундой, таскать. Понятно. Туда-сюда печки эти. О. У нас, может быть, маленькая водичка, а, Джон?
Пей, пей, что ты спрашиваешь? Вспотел я, серьезно. Только потихоньку, а то она холодная. Хорошо. Ну, начнёте как... Ой-ой-ой, откопал до угла, проход тут выкопал. Лыжи кровью очистил, твои, свои. От снега все, палки вот тут составил, лыжи поставил, кажется. Вот, откопал вот так, туда, туда откопал. Козёл откопал почти, там два куска снега убрать этих. Весь потом... в трудах, весь в заботах, да? Во, Джон, я сделал уже все на ноже. Так грибы вас любят так. И да главное... шучу же я, Джон, шучу я. Чего-нибудь побольше, что ну, там много-много дел сделал. Ну-ка, давай-ка я буду сейчас что-то перечислять. Так, что я сделал? Стол я убрал. Так, печку разжег, дрова закинул в печку. И все. А не, подожди-ка, что-то еще делал? Опа, что-то... Так она открывай хорошо. А вот. А ты, короче, почистил все? Снег и все, да? Да. Ой! Я, значит, больше дел сделал. Так ведь? В принципе, да. Ой. Ты только подожди, почистил снег и все, да? Да. Ну и что, все хорошо. Вот снег, да? Как куча. И раз, и прям кусками так снег ложишь с лопаты. Такие куски уже. Кусками. Раз, раз его и выкинул. Вот. Да я шучу, конечно. Сейчас мы будем считать работу, кто что сделал, да? Да, Грибовас? Чё ты? Вспотел сильно я, Джон. Так ты потихоньку, ты вот работаешь так? Да, да. Тебя потихоньку. Останавливать надо, приходится. Да, да, да. Ой, сейчас я запнул. Мы тогда с Ворнером были и тебя останавливали постоянно. Да. А потом падаешь, как этот. Не-не, сейчас отдохну, мне конец, сейчас он отдохну. Не буду спешить. Знаешь эту песню? Какой? Не надо печалиться, вся жизнь впереди, вся жизнь впереди, напейся и спи. Это по-новому уже. Знаю, знаю песню-то. Это вот, смотри, вот, у нас канал, который учит чему. Да. Чтобы не пить, не курить, а ты напейся и... Кстати, у тебя парень с нас добился, короче. Он спрашивал, а где же вас Ворнерт? Я же дома остался, не поехал. Зря, говорит. Вот так вот. Ну, у него там надо ему дела там помогать, короче. Так, вымя отца, сынки, катуха. Его зато потом будет, постоянно он будет с нами ходить. Сам Ворнерт, да? Что-то у тебя там горит фонарик, что ли, он? Да. А-а-а. Где вот, сейчас выключу, подожди его. Понятно, что-то меня запершило от дыма, что ли, в горле. Не холодно этот, как его? Слышь, Грибовас? Не холодно этот? Попробуй. Холодненький. Вода не слишком, смотри, чтобы горло не это. А то потом будет болеть горло. Холодный. Я потихоньку. Потихоньку, потихоньку. Потихоньку. Да. Уже тепло от печки пошло. Отлично, Джон, отлично. Знаете, завтра утром я что сделаю? Утром проснусь, да? Ну, выпью стакан водички и пойду до реки прокопаю, тропинку прокопаю. А-а-а. А потом пойду дров суки пособираю. Ну, до реки-то нам нужна тропа. Ну, надо там, знаешь, надо сейчас вот будет посмотреть, где воду брать будет. А, да, кстати. Да. Ага. Как бы не здесь прямо вот спускаться, а немного направо как бы. Направо. Не налево, а направо. Да, 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 да. Направо, там место, как направо. Бы ямка там должна быть. Да, да, да. Ну я обычно ходил налево собирал. Вот, там такая тропинка так, это плоская так идет. И там два таких бревна, и там такой где-то вот так вот. Но это летом, когда. Это летом, а да. Сейчас там надо где глубже. Все правильно, да, да, да. Все правильно, понял, Джон. А вот в этом, в красном, вон, где это, 300, там не сахар, посмотри. Вон баночка-то. Или мы чай там оставили. Ну, то красненько, да? Да, да, да. Сейчас посмотрю. Или как он там называется, ну-ка? Ремсан? Да. Ну, открывай, смотри, что там. Ага. Не просыпь только, если там что-то есть. Нет, аккуратненько. Ну-ка, дай. Чай. Чай, да? А, чай там. И там мы печенье какие не доели тогда, что ли, в тот раз. Ага. А, это зеленый чай, что-то запах такой сильный у него, да? Ух ты! Зеленый чай. Зеленый, когда-то, да? Помнишь, с нами был парень-то этот? Охотник, как его зовут-то? Не Иван, Иван. Иван-то, который говорит, что я чуть не... Или блеванул, или не блеванул. Да, да, да. Ну, он такой специфический, короче. Угу. И печеньки, смотри-ка, остались. Ух ты! Будешь печеньки? Попозже. Попозже? Угу. Ну, они такие солененькие. Я знаю, знаю. Сейчас, короче, я пойду. Сейчас, Джон, что я сейчас доделаю? Так, поставлю я. Сейчас, короче, я...
докопаю сам козел, ну там два куска песка, ой, снега. Ага. Вот. А потом буду вот так буду копать. Здесь вот. А потом этот для этот. Ну. Так а сейчас ты что копать? Сейчас. Или ты хочешь покопать? Нет, пойду докопаю я уже. Да делаю. Ну понял, понял. Ну ладно. Я сейчас тут все порежу, продукты, ага. Все это. Чай, подожди, чай поставить, не поставить сейчас. Поставь чай. Поставь. Ну, ладно. Странно, а мы что, с тобой чайник не перевернули, что ли, в прошлый раз? Мне вот так оставили мы чайник. Блин, его надо было перевернуть, перевернуть. Да? Да, видишь, там лед. Опа! Что-то печка пока тает. Ну, не до этого было, короче, не до чайника. Так, надо мелких подкидывать. Вот, пошел. А вот. Один. И второй. А, рука замерзла у меня. Я, конечно, так бы не делал, просто из-за того, что хотел показать вам. Тут еще что-то зацепилось. Так можно прям котелочком набрать просто снег и все. Я свои снял уже на коленке. А что ты решил их снять? А зачем они? Ну, теплее ногам. Теплее. А против тепло с ними хорошо. Ну, но с ними, конечно, теплее. Не знаю что? А нифига штука. Мне вот, короче, правый нормально, а левый, он в эту горницу включал, ну как так, типа как врезался в ногу так вот. Значит, как-то не сашка, типа того. А правый тебе хорошо, а я маленький как-то так удавил. Ну они почему-то немножко как-то спадывают потом. Ага. Да, кстати, у меня вот это, оба, и правый, и левый спадывали. О, аккумулятора это, испарина такая, типа. Ух ты. Ну все, он, в принципе, работает, видишь. Работает хорошо. Не разрядился. Да. Не знаю, насколько там хватит. Угу. Так, вода закипела. Сейчас надо будет заварить чайку. Этот пакет странный. А, он просто длинный. А я сейчас дивомах тут вот откуда-то у меня тут еще остался. Старые запасы. Крупно листовой. Чай будет на дистиллированной воде. Снег это почти как дистиллированная вода. Так, крепко слишком не буду делать. Ух, запах пошел какой.
вспомнил, я же взял за место сахара джем. Джемик, вот. Так что чай у нас будет сладенький. Джем клубничный. Взял этот, опять майонез взял. Опять не получилось сделать домашний майонез, но все-таки мы сделаем его. Напишите, если захотите увидеть этот процесс, как мы будем делать домашний майонез. Так, в этот раз у нас даже виноград есть. Пару яблочек, это будет на завтра, короче. Ну, она короче маленько получилась, вот. Пойдет? Это я руки будет обжигать. А я... Они сардельки, они где-то вот такой длины. И по три штуки, ты не сможешь держать. Да? Ну ладно, сейчас пойду еще такой один. Если только их вот так наколоть, блин. А что какую короткую-то такую срезать? А не было больше длинной. Ну сейчас, сейчас, сейчас. Поискать сейчас. Надо было, что ты? Сейчас, 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 подожди. Сейчас объединю что-то, подожди. Сейчас. Сейчас что будет большая, подожди. О, я ей как раз сейчас заварку помешаю. Для чистоты. Что, стукнулся что ли? А, уж ушел. Лесного чая надо палочкой помешать. Нам будет, кстати, с чагой вкусный чай. Ну, чага-то что-то у нас тут редко так встречается. Так, ладно, дальше буду готовиться. Ну что тут? А, надо мне сейчас сардельки достать. И еще я брал горошек и консервированный этот кукурузу. А вроде бы у грибобаса в этом рюкзаке. Смотрим. Ты уже там все подоставали? Нет, подоставали. Сейчас смешаться еще здесь будет. Так, а где же горошек-то этот? Или у меня тут вообще странно? А, я, наверное, к себе положу. Здесь я храню видеокамеру на случай попадания воды. Ну, то есть, если в воду рюкзак упадет или... Она у меня тут треснула, я вот вчера заклеивал. Потом, если такая подходящая емкость будет, она будет купить. Так. Так, так, так. А, лук же надо почистить будет. Вот сейчас я открою вот этот горошек. Кукурузу. Завтра хочу сделать макароны с тушником. С этим не с ветчиной, а здесь еще была свинина. Это, короче, на завтра. Так, вот это паста, блин. Да, пойдем. Угу. Так, ладно, это пока на завтра, да? Грибы у вас почисти, пожалуйста, пару луковиц. Давай. Ножик у тебя, да? Да, ножик есть. Эй. Блин. Осторожненько. Так. А во что ножик-то?
Ну, понял, а ну-ка. Ты лимон сегодня будешь или не будешь? Нет, сегодня нет, завтра. Ну, помою, я сегодня буду. Давай тоже будешь, ладно, у Да нет, Тём, не знаю, не Я, короче, специально так сказал. Да? Молодец. И грибы вас сразу захотел, да? Так. Да, держи. Мне помочь лимон помочь, да? Лимон и лук почистить. Ага. Так, а где же лук чистить? Где сейчас? Ну, там на улице чисти там. Ага, хорошо. Это же такой биомусор, он потом сгниет. Хорошо, ладно. Пошел, сейчас почищу. Сейчас. Пару свет. Я уже сегодня взял, ой, такую уже крывашку, чтобы уже открыть это нормально. Без всяких этих. Биомусор, да. Так, что у нас там? Еще ложки надо где-то поискать. Куда-то ложки я кидал в рюкзак. Так, надо сверху вытереть. Плохо прорезается. Так, у вас там муж куда делан? Ой, тут какая-то кукуруза темная, блин, какая-то некачественная, мне кажется, или нормальная, не знаю. Какая-то темноватая или... А, не, в принципе, вроде бы нормальная. Грибас, ты будешь эту жидкость? Какую? А, ты еще воду здесь не допил. Так, 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 на. Давай сюда. Давай, помыл, все хорошо. Так, сейчас я закрою. Ладно, жидкость, это, солью, может быть, захочешь. Опа. А чего жидкость? От кукурузы и от этого. О, нет. Нет. Она хорошая, вкусная, не сладкая. Не, не буду. Так, а где вот полотенце? Все руки втирать. Полотенце? Ну давай тоже мне налей немножко мне. А мне-то надо, да. Ага. Спасибо большое. Вот. Сейчас я попробую глоточек. Ага, давай. Во славу Божью. Вот. Че? Вкусное. Да, ну тоже налей мне-то. Тогда стой. Да пей, пей. Ага. Только смотри аккуратно, она холодная. Духа. Аминь. Так. Подожди, ложки не видел, где у нас ложки-то? А, вот. О, нашел. Ага. Так вот из этой прям пей, что ты? Я тебе вот из этой пей. Из чего? Вот из этой посуды. А? Ее за банкой-то не видать будет нашим зрителям. Угу. Спасибо за воду, Джон. Ты ее можешь сразу-то не пить, а то сейчас набьешь желудок. Я знаю, знаю. И потом это как бы... Понятно. И есть у тебя ничего не влезет. Понятно, понятно. Попозже, так, знаешь, так припивать там, допустим. Да, 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 да. Ага. Я понял тебя. Угу. Ее, в принципе, тут немного так уж и получилось. Ага. Фу. На, я тебе. Сюда. Ага. Спасибо. Ой, спасибо большое. Ты
горошек вообще будешь есть? Может, я тебе зря ложу? Я все буду есть. Я есть хочу, честно говоря. Я просто вспомнил, у тебя с горошком плохо как-то было. Да нет. Да, было. Ну, давно уже было. Но это я было потихоньку... в поезде, и горошек был плохой какой-то. Да. Был такой твердый какой-то. Я понял. Причем ехали ты, я и Катерина, когда ехала. Да. Это я даже это плохо поел. Мне плохо стало, да, я помню. Помню, да. Это баночка хорошая, можно будет взять. Так ее оставь, она еще пойдет еще для чего-нибудь. Кукуруза, смотри, какая-то темная, да? Ага. Странная. Угу. Может, ты ее не будешь? Молодец, он, браво. Вас, да я буду. Хочу тебя спасти, чтобы ты такую темную кукурузу не ел. А? Ничего страшного. Ну, помру, да в лесу, как настоящий грибобас. Что-то в этом роде. Как настоящий джиги, да? Как настоящий джентльмен, да? Ой. Луковый джентльмен, да? Ага. Тук-тук-тук, все дома. Классно, Джон, мне нравится. Ворнера, правда, нету. Но ему не нравится. Ему там надо помогать. Понятно. Это банку можно выкинуть. Можно выкинуть, да? Что выкинуть? Поставь туда вон, я потом выкину. Да есть ведро, я туда в ведро. Понял, молодец, все. Так, ты почистил лук все, да? Да, почистил, вымыл, так все полагается. Я чай заварил, короче. Молодец, во славу Божью. Так, сейчас мне что осталось? Хлеб порезать, да? Да. Ну, хлеб вот он, да? А? Вот хлебушек. Вот сейчас тебя буду показывать. Ты можешь фонарик выключить. Угу. Так. О, я, наверное, тоже сейчас выключу. Тоже выключи фонарик. Вот это горит, вот эта лампочка. Так, сейчас буду хлеб нарезать. Ага, давай. Ага. А ты нам историю быренько рассказывай. Про что? По-бырому. По-бырому? Да. Быра! Ну, шучу сейчас... я, конечно. Надеюсь. А ты же тогда, помнишь, я тебе говорил, мы хотели ужин снять. А, да. И ты записывал истории-то. Три истории. Ну, вспомни. Помню. Давай, рассказывай. Это, короче, как-то было... Я когда жил в доме, Ленинградка 6-8, ну, сейчас его снесли, сейчас нет уже его. Там три дома снесли. Вот. Вот, и мы, короче, а там были комнаты пустые, ну как, там все вынесли, там мебели не было вообще. И там два этажа были пустых. Вот, и мы там, где-то, наверное, около 8. Нет, да, человек там 7-8, примерно так. И с нами был еще Андрей Жигарас. Вот, он еще уже маленький был. Ну, класс на 4-5. А ну, ты в каком классе был? Вот. А я где-то был, класс уже 8 класс был у меня где-то же. Мы все там были. Я, Роман Логинов, вот, Яша Романюк, Валера Романюк, Николай Бурак. Потом Роман Багушис, вот, Серега Шалаев. Да, ну вот и я все. Я, кстати, Серегу Шалаева видел где-то, может, недели две назад. Я тоже видел его. Когда ты его видел? Вот тоже недели две назад. На поселке? Да, я стою, короче. Ну, я там в городе видал. Не, я, значит, месяц назад его видал. Да? Его, Южный 2, и он так идет. Как он такой? Тебе этот, как, кстати, этого, майонезом хлеб не мазать? Мазать. Джон, ну ты молодец. Ну, вот, короче, мы сидим. Ты подожди, говорим, у вас майонез, он, во-первых, вредный. Я не знаю. А кому вредный? Тебе вредный, а мне нет. Вот так вот. Я переживаю за тебя. Шучу. Что ты кашель? Ты пройдешь, между прочим. Так майонез не мазать. Мазать. Ну ты молодец, Джон. Браво. Ну ладно, я тебя перебил, давай. Вот, и короче, мы сидим. Вот. А там каком-то пустые, короче. Вот. И там все посидеть на полу. Мы такие, это были ящики картонные, ящики большие, так, примерно, когда так с полметра, так на метр. Ящики такие высокие, примерно. Мы проводили на такие, как и такие, квадратики, и на чтобы на них сидеть. И с ним, короче, этот, и Андрей Жигарас. Вот, а его Роман Логинов. А мы все звали его Жига. Звали его постоянно. Вот, и Жига. Вот. А мы там этот, что-то мы делали, на кучу, не помню такое. И такой стук в дверь, а мы дверь закрывали, короче, ну как, палкой подпирали. И такой стук в дверь. Вот. А там еще одна кровать стояла, короче, у нас такая, ну, чтобы спать. А стук-то какой был? Он такой, дун-дун-дун-дун. Грубый такой, короче. И, короче, заходит, он Андрей Жигарас, отец. Вообще, начинаю смеяться, и кашель начинается, блин. Горло что-то, видимо, сейчас, ой, извини, перебил. Шел, видимо, и холодным воздухом горло немножко.
возможно, еще немножко снега так да? пить хотел. Я снег не брал. Я снег не брал. Вот, и, короче, Андрей Загораз залез под кровать. А кровать была под спальня, широкая была кровать такая. А там еще матрас лежал. Это у кого было дома? У него? Нет, это не знаю, он чат почему-то. Ну, понятно, понятно. Вот, на втором этаже. Вот, заходит его отец. И какая штука? Выпиши. И выпиши нормально. Заходит такой, встал так в дверях. А где мой Андрей? Мы не знаем, нет его. А комната же пустая, нет ничего. Посмотрел, снял, да, ну ладно. И ушел. Потом Андрей вылезает за раз. Просто слабок не нашел. Я что такое? Он мне по шее бы дал. А тут, смотрите, тут дал по шее бы ему. А что, за что по шее? Да вообще, тоже скрывался от него. Вот такая штука. Что-то набедокурил, что ли? Да, набедокурил ему солидно. Вот так. А он уже может здоровенький, он раз даст, но не покажется. Где у нас еще этот? Чего? Сардельки только что. А ты держал? А, вот. Там, да? Это здесь. А, вот, нашел. Нашел, да? Ну, вот. Это вот первая история, да? Да, вот первая история. Понятно. Потом... Ой, засветил. У меня бухти, смотри. Потом мы пошли как-то на рыбалку, но мы ездили, короче, на Черный ручей. Это как выйти на шахту, а потом переповорот налево, переповорот. И там еще сурфы были, короче. Вот. И мы туда ходили, там далеко было идти. Очистить там эту школу. Ага, спасибо большое. Вот, и мы пошли, короче, как,